Всем привет, друзья, с вами Беркли, а в этом видео покажу вам, как разблокировать карту в Red Dead Redemption 2. Само собой, игра Red Dead Redemption 2 очень большая и у нее очень огромная карта. Исследовать такую карту порой уходит очень много времени. Конечно же, некоторые локации вы сможете разблокировать путем прохождения миссий, но все же после завершения сюжетного режима у вас останутся некоторые неоткрытые места. И здесь у вас есть два способа, как это сделать. Первый способ самый долгий, и суть его заключается в том, чтобы разблокировать карту путем прохождения, то есть самому отправляться и исследовать новые миры. Ну а второй способ самый интересный и самый легкий, потому что с ним вы сможете разблокировать карту всего за 5 минут. Суть второго способа заключается в том, что вам нужно пройти третью главу, а точнее одну миссию из третьей главы, которую я напишу здесь. Название ее вы видите на своем экране. Далее вам необходимо отправиться в город, который называется Сен-Дени, и найти там продавца газет. Это указано на карте, вот он. После чего отправиться к нему и купить у него газету. Газета не такая дорогая, поэтому у вас, я надеюсь, денег на нее хватит. У продавца газеты вам нужно купить именно 47-й выпуск газеты. Покупаете ее и выходите. Далее открываете свой инвентарь на клавишу B английскую. Переходите на самый последний пункт – документы. И здесь у нас есть стопка газет. Нажимаем «Открыть» и открываем 47-й выпуск нашей газеты, который мы только что купили с вами. Далее убираем нашу газету и сохраняем нашу сюжетку. Потом выходим и заходим в настройки. Нажимаем левый Shift для того, чтобы включить чит-коды. Это чит-коды, которые находятся внутри самого Red Dead Redemption 2. То есть за них вас не забанят, потому что это внедрил сам Rockstar в эту игру Red Dead Redemption 2. Опять-таки нажимаем левый Shift для того, чтобы ввести чит-код. И вводим здесь на английском то, что я сейчас введу. И нажимаем Enter. И нажимаем ОК, потому что мы разблокировали чит-код. Это чит-код на карту. Далее выбираем этот чит-код, который у нас вот здесь, Туман войны, и нажимаем «Активировать», то есть клавишей Enter. И нажимаем «Да». Чит-код у нас активировался. Давайте откроем карту и посмотрим, как у нас получилось. И как видите, друзья, карта у нас полностью разблокирована. То есть разблокированы все скрытые места, которые у нас были на карте, включая и Армадилло, и Тамблвид. То есть способ этот действительно рабочий, и он вам поможет разблокировать закрытые места на карте. Но повторюсь, этот способ доступен только после прохождения, точнее после прохождения миссии, которая есть в третьей главе прохождения сюжетки. Ну и на этом у меня все, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, надеюсь, это видео было вам полезно. Также в скором времени я покажу вам еще один способ, как разблокировать эту карту, но уже по-другому. Всем спасибо за просмотр, до свидания, всего хорошего.